Lefan X70, небольшой кроссовер, который также Lefan представил на своем стенде. Кроссовер пятиместный, объем двигателя 2 литра, комплектуется механической и коробкой передач и роботом. 136 лошадиных сил, максимальная скорость 180 км/ч. Здесь мы видим также большое количество хрома на решетке радиатора, сама надпись Lefan. В бампер интегрированы противотуманные, галогенные лампочки. Сама фара подсвечена диодной лентой, ходовыми огнями. Машинка небольшая, пятиместная. Сейчас мы сядем, посмотрим, что внутри. Так, у нас Lefan X70, небольшой городской кроссовер. Я, как обычно, своими габаритами влез сюда. В принципе, мне достаточно места. Вот здесь у нас установлена полностью электронная регулировка сидений. Я думаю, в диапазонах 6-7 она регулируется, поэтому легко можно настроить. Не знаю, есть ли здесь память на запоминание настроек сидений, но это мы протестируем уже, когда будем в Минске ездить по городу. Все здесь подсвечено красными ходовыми огнями, есть дисплей, даже не глянцевый, а монохромный, так что не будет бликать. Рулевое колесо сделано под кожу, легко ложится в руль. Большое количество кнопок для регулировки систем. Мультимедийный компьютер, сама приборная панель, тахометр и спидометр, в принципе, в классическом стиле. Коробка, это не автомат, это робот тут стоит. В принципе, она комплектуется еще механикой. Подлокотник большой, я скажу, монолитный такой, ничего здесь не скрипит. Бардачок, ну, для машины такой, в принципе, нормальный. Сделан такой даже не под хром, это под стилистику какой-нибудь жести, что-нибудь такое. Ну, тоже приятно, в принципе, пальцами можно дотрагиваться, не будет заметно. Здесь есть вот панорамная крыша, вот так он сдвигается, открывается, очень приятно будет лицезреть летом небо и днем, и ночью. Все, в принципе, таком сером классическом стиле отделки, красиво, не воняет, главное здесь не воняет. Ну что могу сказать, пятиместный вариант лефановских машин, конечно, более просторнее для меня. Здесь огромное количество еще для ног хватает места впереди и для головы. В принципе, я еще могу вперед сам на собой подвинуться. Легко уместиться, я думаю, здесь 2 человека, рослых таких. Есть ручка, что будет удобно в дальних поездках. Ну, конечно, пластик такой немного твердый. Ну, полностью электропакет есть. В принципе, больше здесь ничего такого нет. Здесь очень интересно открывается багажник. Пару мгновений, то есть очень низко расположена с камеры заднего вида, с подсветкой, номер расположена кнопка открытия. То есть она не где-то здесь, она прям скрыта, чтобы не видно было ее. Опа, открывается. Ну, в принципе, я залезть смогу, немножко пригнуться. Полностью запасное полноценное колесо, ниши по бокам. Ну, не знаю, литров 500 здесь точно есть. Достаточно для этой машины, в принципе, в любых дорожных условиях.